Привет, ребята. Сегодня у меня радостная новость. Прислали мне вот посылку. Мой подписчик, один из моих подписчиков, Брендуля, извиняюсь, если правильно фамилию произнес, Михаил. Извиняюсь, не Михаил, Максим, пардон. Спасибо тебе большое. Упаковал очень хорошо. Дошла она из Нальчика мне буквально за неделю. Ну, смотрим, что внутри. Любопытно. Я, конечно, знаю, что внутри, но вы не знаете, поэтому пусть будет сюрприз. Пока нес ее от транспортной компании Boxberry в данном случае. Она булькает. Все смотрят, оглядываются, ну что-то у нее в коробке подозрительное такое, булькает. Да, упаковал, конечно. Максим, ты очень здорово. Прям намертво. Я надеюсь, с этой стороны открываю. Серьезно, упаковал. Так просто не открыть. Всегда люблю открывать коробки. С тех пор мне присылали телефоны, когда я собирал коллекцию мобильных телефонов. Сейчас, конечно, я ее собрал. Интересно, что мне тут прислали. Упаковал конкретно. Вот газет. Жалко, печки нет, растопить. Вот у нас первое, пошёль. Что тут еще у нас второе? Да, второе лежит. Ну и вот и все, больше ничего нет. О, кулечки. Сколько же газеты, Максим, ты потратил? Кошмар. Наверное, собрал у всех соседей газету. Как они теперь без почты-то, а? Почту не ограбил, надеюсь. Почитаем, что тут написано. Газета Нальчика. Чувствую, что я распаковываю матрешку какую-то. Или... Ну да, получается матрешка. Тогда постоянно из одной, и другую. О, программка на недельку. Надо посмотреть. Момент истины. Вот она. Господа.
да, товарищи. Это Арарат. Арарат Ани. Шестилетка 0,5. Самое главное здесь это разлив. Дата разлива указана вот здесь. Теперь она пишется в другом месте, вот здесь. А раньше она писалась вот здесь. Если вам видно дату, можете посмотреть. Это разлив 2005 года. Сейчас очень сложно найти такой разлив, но вот еще люди где-то находят. Спасибо, Максим, большое, что ты его нашел для меня. Обязательно я его в обзоре упомяну. И тебя упомяну. Уже упомянул. Ну да, тут история. Ани, древняя столица Армении, известна как город Тысяча одной церкви. Признанной Республики Армении, дата разлива на бутылке. Ну да, 03.03.2005. Еще старая акциска. СНГ. Да, госзнак. Надо же, еще где-то сохранились такие. Так, а здесь у нас что? Пожалел. Конфетти можно будет на Новый год использовать. Сколько времени Макс заморачивался этим делом. Заворачивал. Интересно. Здесь тоже пузырек. Оп. Здесь такой же. Арарат Ани, 6-летка, но уже в таре по 0,7. Ну, год выдержки здесь тоже 2005. Посмотрим, какой точно. 10.05.2005 года. Такие вот два красавца. Эта коллекция у меня пойдет. Буду любоваться. Сейчас такие сложности. Ну и, соответственно, столкнем мы его уже с современным Араратом. Можете даже посмотреть, как выглядит сейчас современный Арарат Ани. Для наглядности. 5-й год, 18-й год. Посмотрим, чем отличается за 13 год, точнее, за 13 лет, чем отличаются стали напитки. И в какую сторону, лучшую или в худшую, изменилось содержание. Этикетка стала более содержательной по информации, но не суть. В ближайшее время увидите обзор. Всем хороших напитков на стол. Все, счастливо.